Массовые столкновения в Одессе. На Фонтанской дороге 16/8 происходит конфликт активистов нескольких общественных организаций с группой поддержки бизнесмена Романа Купера. Все происходит возле офиса последнего. На месте, помимо участников потасовок, работают правоохранители. Подробности расскажет наш корреспондент Татьяна Лесничук. Она сейчас тоже находится на месте событий и следит за ситуацией. Таня, здравствуй. Расскажи, что происходит. Игорь, добрый день. Мы находимся возле офиса Ассоциации блокчейна Украины, которую и возглавляет Роман Купер. Сегодня около часу дня сюда пришли патриоты радикально настроенные. Их было около 50 человек. Они начали вызывать Романа на диалог. Сейчас они требуют, чтобы Роман убрался из Украины. Все началось из того, что 9 мая Роман Купер нелестно высказался в сторону патриотов. И сейчас они, собственно, требуют от него ответить за эти слова. На месте работают правоохранители. Здесь около 50 человек спецназа. Офис компании защищает частное охранное агентство и активисты с другой стороны Романа Купера. Патриотов тоже сейчас около 50-60 человек. Они забрасывают офис периодическими яйцами. Сейчас такая мирная немного акция. Сейчас все затихло. Буквально полчаса назад здесь применяли слезоточивый газ, кидались картошкой, яйцами. В общем, в ход пошли даже сетки для грузов из отделения Новой почты. Пока все тихо. Игорь? Таня, есть ли какая-то информация о пострадавших? К счастью, пострадавших нет. Даже мы не заметили даже кареты скорой помощи. Здесь медики на месте пока не работают. Спасибо. Это была наш корреспондент Татьяна Лесничук. Таня, следи за событиями, держи нас в курсе дела.